Вы бы видели, какой здесь буран разыгрался. Это кошмар. Нам не могут доставить припасы, а свои мы съели. Поэтому капитан Апара и отправляет нас в баньки. Хорош, Мэй. Пора в капсулу. Уже? Да, уже. Давай. Сейчас. Я не выключаю датчики, и когда мы проснемся, у нас будет куча полезных данных. Иду! Чао! Холодно-то, а? Подъем, Снежок. Утро доброе, Засони. Посмотрим, что нам удалось собрать. Изменение климата, погодные аномалии, штормы. Такого мы точно не предвидели. Надо срочно сообщить в штаб. Не понимаю, откуда взялись все эти данные. Снежок, скажи, сколько же мы проспали? Что? Ну, Overwatch бы нас не оставили. Связи тоже нет? То есть, никто даже не знает, что мы здесь. Погоди-ка, а где остальные? Здесь 9 лет наблюдений. Столько жизней можно спасти. Я не дам нашей работе пропасть, друзья. То есть, я постараюсь. Тарелка сломана. Как же тогда все передать? Справлюсь одна. Мне вас так не хватает. Спасибо, Снежок. По крайней мере, ты со мной. Посмотрим, насколько нам хватит наших аккумуляторов. Стоп. Смотри. Это же трансляция на аварийной частоте Overwatch.
Может быть, о нас не забыли? Если бы только... Идем, Снежок. Кажется, у меня есть идея. Это был последний аккумулятор. Как я могла об этом забыть? Без энергии нам конец. Должен же быть способ. Думай. Я ведь почти успела. Снежок! Что? Нет! Снежок! Зачем? Спасибо, мой друг. Проснись и пой, Снежок! Пора спасать мир!